Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу показать, как сделать очень уловистую донную снасть под названием соска. Для этого нам понадобится крышка пластиковая, грузило, свинец любой формы, две бусинки, любые, которые найдете, ушная палочка или же палочка от чупа-чупс, крючки, нитка капроновая. Я буду использовать обувную. И проволока. С нержавейки у меня диаметр 0,8. Или же можно использовать медную проволоку, которая у вас есть под рукой. Все это делается с подручных средств буквально за считанные минуты. Итак, приступаем собирать. Берем проволоку. Берем любую трубку, любую круглую поверхность, предмет с круглой поверхностью, у меня это будет сверло на 10, и проволочкой отмеряем примерно 3 сантиметра и начинаем обкручивать.
продеваю нитку со стороны жала в ушко. Далее формирую вот такую вот петельку. Придерживаю ее и свободным концом обвожу около 5 раз вокруг цевья крючка. И затем свободный конец продеваю вот эту петельку. Придерживаю и затягиваю. Вот. И получается очень хороший узел. Дальше отмеряем около 4-5 сантиметров. На такой снасти нужны поводки очень короткие. Я расскажу зачем. И делаем петельку, опять же, двойным узлом. Ух, острые. Затягиваем. Так, один есть. И делаем второй. Так, и второй готовый поводок. Далее одеваем их петля в петлю. И вот готовый поводок. А этот поводок я буду цеплять за вот эту вот бусинку. Вот таким вот способом делаю перед бусинкой, между бусинкой и кормушкой. Завязываю петля в петлю. Вот так вот. Теперь подвожу сюда бусинку и вот таким вот обычным узлом, оп, и все. И уже никуда он сюда не денется, отсюда он не денется. И мы получаем вот такую вот снасть с двумя крючками. Дальше сюда нужен обязательно пенопласт. Но пенопласт я буду брать, сейчас покажу какой. Пенопласт я беру из вот таких вот ковриков. Здесь вот я уже кучу вырезал. Чтобы вырезать, беру обычную концовку, старую, поломанную, из трубочки. Трубочку из удочки. Затачиваю. И вот таким вот движением делаю себе нужное количество. Вот такого вот пенопласта. И одеваем на крючок. Делаю я всегда бутерброд.
То есть одеваю опарыш, потом надеваю пенопласт. Вот такой вот. И дальше одеваю следующий опарыш. Для того, чтобы приподнять от дна наживку. Она будет стоять на разных высотах. Здесь будет каша. И приподнят пенопласт. Даже если в мул упадет наша прикормка, карась все равно будет рыться. Его заинтересует шевелящийся опарыш. Сюда можно надевать и червяка. Ну вот, на такую снасть очень хорошо ловится весенний карась. Да и не только весенний, карась круглый год ловится хорошо на вот такую снасть. Именно с пенопластом. Но не просто с пенопластом, а с подсадкой живностей. То есть живой насадки, или же червяк, или же опарыш. Вот такая вот получилась снасть. Буквально из ничего. Спасибо всем, кто посмотрел. Друзья, не забывайте подписываться. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я его уже монтирую на очень классную тему. Всем до встречи.